Путин вообще станет властелином вселенной. Но поначалу он возглавит как бы правительство мира. Дело в том, что на данный момент весь мир нуждается в правильном таком руководстве. И вы сами видите, что ни одного человека нету из всех правителей мира, кто мог бы с ним сравниться по энергетике, по такой прозорливости, можно сказать. Это настоящий русский мужик. А русский мужик вытащит эту планету просто из той пропасти, в которую она попала. А мы делаем для него инструмент. Мы делаем инструмент, эту огромную социальную сеть, которая практически, можно ее сравнить с миллионом фейсбуков, потому что люди, увидя, что, кто возглавляет эту социальную сеть, просто все начнут помогать и будут буквально слать свои предложения об улучшении этой социальной сети, потому что она будет таким большим народным проектом, где будут приниматься даже и международные решения. Допустим, все страны, и сейчас только по всему миру русских 200 миллионов человек живет, и эти люди сами первые откликнутся и вынесут даже вот на своем горбу опять вот это гигантское общее дело. И сейчас мы его уже делаем, она называется «Соборная социальная сеть России». И в будущем это и будет являться той единой системой и единственной системой, которая будет править всей планетой Земля. А потом, собственно, этот опыт распространим на всю Вселенную, и Путин становится властелином Вселенной. Никаких препятствий к этому нет.